Как насчет кофе? Надо взбодриться. У кого есть деньги? Ты вчера снова все пропил, да? У вас есть? Что? Деньги. У меня. Кофе мы не попьем. Посмотрим. У меня крепкие руки и ясный взгляд. Иду я без устали только вперед. Многое терплю, редко говорю «нет». Но я не был рожден, чтобы стать твоим рабом. Мое сердце неподкупно. Когда я танцую, кто меня схватит? Почувствуй себя свободным. Ощути свободу. Почувствуй себя свободным. Ощути свободу. У меня открывается второе дыхание. Я нежная и жесткая. Ты спрашиваешь, почему я не прислуживаю тебе? Деньги меня не прельщают, как и шелковые платья. Я хочу расправить крылья, стать свободной, как птица. Мое сердце неподкупно. Когда я танцую, кто меня схватит? Почувствуй себя свободным. Ощути свободу. Почувствуй себя свободным. Ощути свободу. Итак, кто первый? Тебе больше всех надо. Эй, всем оставь. Спасибо, не хочу кофе. Хозяин-барин. Сейчас я нахожусь на углу Бернауэр в Гартенштрассе. Я проехал вдоль всей улицы Бернауэр-штрассе. Одна и та же картина вдоль всей границы на пропускных пунктах. Кругом ржавая колючая проволока. За ней посты из 4 или 5 вооруженных полицейских. В стальных шлемах, с винтовками на плече и со штыками наготове. Также позади можно увидеть осколки окон. Неужели снова война? С меня хватит, пошли отсюда. Ага. Где еще столько же зла? Ведь ты позволяешь взять ему верх. Но мир слишком прекрасен, чтобы сегодня ночью умереть. Странный, странный мир. Где еще столько же красоты? Весь мир заключен в твоей улыбке. Но мир слишком болен, чтобы его любить. Странный, странный мир. Все, что ты загадал, произойдет. А все, что ты любишь, потеряешь в один день. Мы рождаемся здесь и умираем здесь. Я вновь почти ушел, но сражаюсь за это место. Странный, странный мир.
все, что ты загадал, произойдет. А все, что ты любишь, потеряешь в один день. Какой вкусный пудинг, правда? Итак, ребята, в Бамберге мы выходим. Почему на Западе? Вчера на концерте было 15 людей. Дома же залы полные. Хватит, Отто. Я хочу в Париж или Нью-Йорк зажить с Майлсом Дэвисом. Скажи что-нибудь. Итак, товарищи, мы должны все четверо сойти с поезда. А если вы, два идиота, решите вернуться, пожалуйста. Никакого Майлса Дэвиса. Я отправлю открытку с Эйфелевой башни. Что с ним случилось? Я не могу. Я не могу оставить маму. А что скажет мама, когда ты вернешься? Парень, я дам тебе по заднице. Что с нами будет? А что с нами? На Западе сажают геев. Будем вешать занавеску. Полная свобода. Добрый день. Все в порядке, дорогой? Да. Проголодались? Можно мне пирог? Конечно. А тебе? Нет, спасибо. Прошу. Надо еще два стакана. Хорошо. Нам же нельзя колу. Сегодня можно. Эй, не всю же. Ну что, мелкая? Не называй меня мелкой. Хочешь поехать с мамой или с папой? А ты? В ГДР. С мамой. Я хочу остаться вместе. Можешь забыть об этом. Ты папина любимица, и ты хочешь летать, так ведь? Дыхать и дура, но очень умная, и у тебя все получится. А что насчет нас? Радуйся, мы будем не так часто ссориться. Эта глупая стена недолго простоит. А вдруг? Тогда встретимся там, где захотим. Польша, Чехии, да на Луне. Обещаешь? Обещаю. Скоро прибудем в Людвигштадт. Пассажирам без документов для въезда в ГДР необходимо покинуть поезд в Людвигштадте.